Сегодня, в воскресенье, в день праздника Святого Вербного, мы провели русскую пробежку, в которой участвовали воинские подразделения движения «Юный Новорос», шестая военная комендатура. Молодежь нас всех поддержала и показала на собственном примере, что в здоровом теле здоровый дух. И показала, кто мы. А мы русские. Вместе с нами все наше русское единство. Я хочу, чтобы несколько слов сказал Андрей Шпигель. Это полковник военной полиции, подшефный юных новороссов. Да, тот коллектив, который вместе с нами, уже неоднократно занимается с нами и обучается. Мы рады тому, что непосредственно люди проявляют интерес к армии, к службе в армии, к тому, что происходит там. Со своей стороны мы с удовольствием показываем и свои спортивные навыки, и свои военные навыки. Также мы показываем то, что мы находимся с людьми вместе, о том, что мы готовы помогать людям в любой момент, в любую минуту. Мы русские люди, действительно, одна семья. Мы разговариваем на одном языке, мы движемся в одну сторону. И все вместе мы достигнем того, чего мы хотим. Донбасс и Россия вместе. Вместе, однозначно. Начало старта было дано, как и в прошлый раз, месяц назад в парке Щербакова. Не может не радовать то, что сегодня собралось очень много людей. В том числе и ребята с футбольной команды «Юный Новорос» под предводительством своего заслуженного тренера Юрия Ященко, а также множество военных. «Юные Новоросы, к пробежке готовы?» Бойцы из 2-го батальона тактической группы, располагающиеся в районе Трудовских, пришли сюда, чтобы показать, что солдаты на передовой заботятся о своем здоровье. Нас делегировали сюда для того, чтобы мы показали о том, что солдаты, несмотря на военное время, все равно заботятся о здоровье, о своем, о том, чтобы вести здоровый образ жизни, чтобы не пили, не курили, а занимались спортом и активными видами спорта. Ну, так как сейчас большинство не могут, поэтому нас делегировали сюда, представить интересы тех людей, которые поддерживают здоровый образ жизни. После этого мы начали пробежку. Без единой остановки мы двигались по уже знакомому маршруту. Через мост к дворцу спорта «Шахтер», потом по бульвару Пушкина в сторону Дома правительства. Оттуда свернули на Артема, после чего финишировали на площади Ленина. После небольшой передышки ребята закончили мероприятие приседаниями и отжиманиями в символическом кругу здоровых не только телом, а и духом участников.